С вами снова Александр. Это анонс 8-го тура 4-й лиги ХФЛ. Сразу же начинаю с первого матча. Матч Грузчик Йети. 10:00, утро субботы. Команды готовы, судьи готовы. Поединок должен начаться вовремя, поэтому не опаздывайте. Нас, думаю, ждет интересная игра, особенно учитывая то, что Йети отобрали очки у Фуршета. Если вспомнить те же игры Optima Farm и Йети, то чаще всего все заканчивалось серьезным разгромом. Что будет в этот раз? Все-таки игроки практически те же. Может, название другое, но ничего это не меняет. В любом случае, повлияет ли на Грузчик вот этот утренний приезд на матч, это мы уже увидим по счету. Следующий матч 15:00, Восход против Экосферы. Как бы ни играл Восход, он всегда оставляет возможность команде соперника какие-то шансы, не полностью их забирает. Такие же шансы есть у Экосферы в этом матче, если учесть, что команда потихоньку набирает. Да, может, это в результатах не видно, но в дальнейшем все возможно. В любом случае, у Восхода не самая лучшая сейчас оборона. Насчет командной игры я также молчу. Что будет с вратарем, также пока непонятно, поэтому у Экосферы есть шанс. Но все равно больше немного шансов у Восхода, если, конечно, они серьезно подойдут к этому матчу. Следующий матч 16:00, Свобода против Рефреша. Рефреш, думаю, уже приедет вовремя, но Свобода будет брать свои очки во что бы то и ни стало. 17:00, Адреналин против Гладиатора. Еще одно испытание для аутсайдера. Ну и надеюсь, что команда, по крайней мере, приедет и даст бой нам. Что, честно говоря, хотелось бы, потому что Рефреш молодцы. То, что действительно успели приехать, все-таки технической победой. А победа на поле, она и приятнее, и, возможно, результативнее. Далее у нас воскресенье, и воскресенье 11:00, Юпитер против Интернов. Интерны вновь у них сильный соперник. Сильный соперник у Интернов, Юпитер. Я надеюсь, что все-таки команда не снимется с чемпионата, что это был единичный случай, когда они не приехали и будут играть в свое удовольствие, если уж разуверились в своих силах по поводу того, что они возьмут призовые места. Как бы ни было, я пожелаю удачи обеим командам. Для них старт сезона выдался просто ужасным, еще учитывая их неамбиции, поэтому одна победа четырех играх для обеих команд вообще, я думаю, не результат, на который они надеялись. 12:00, матч Остролучья против Фуршета. Возможно, первая серьезная проверка для Остролучья, учитывая то, что Фуршет сейчас на первом месте. Ну а для Фуршета возможно закрепит лидерство, и если еще одно поражение будет у Фуршета, то уже будет сложно доказывать какие-то свои претензии на первое место тем командам, которые сыграют свои переносы, и очень возможно, что обгонят эту команду. И последний матч, Троя против Олимпика. Что говорить, Троя любит защищаться, не очень результативная команда у Олимпика в защите, пока что все в порядке, с нападением, как мы видим, тоже все в порядке, поэтому понятное дело, преимущество отдается Олимпику, но кто знает, в каком настроении приедет на матч Троя и приедет ли она вообще на этот матч. Как бы ни было, в воскресенье мы это узнаем. Ставки, конечно, на Олимпик, но все же, еще раз говорю, неизвестно, что преподнесет нам Троя, либо будет это такой же серьезный футбол, как они показали с тем же Грузчиком, либо это будет поражение в разобранном виде, как это они изобразили нам в матче с Остролучьем. Всем спасибо, с вами был Александр, берегите себя.